В гостях у Евгения Додолева настоящий баловень судьбы. Вы гениальны. Владимир Скворцов – это новатор. Мне 52 года, ну куда же новатор-то? Хорошо, я считаю себя прогрессивным. Он расскажет о близких отношениях. Какая там дистанция между актерами и зрителями? Театр на одной стороне улицы, а через дорожку – фойе. В далеких перспективах. Вы отказываетесь от предложения? Я не практикую сейчас этот вот бизнес. Черная комедия – это мой любимый жанр. И тесных связях. К какому вы консенсусу пришли, обсуждая это с супругой? Автопати после спектакля. «Золотая рыбка» Владимир Скворцов. Премьера. Смотрите в пятницу в 0:35. Москва. Доверие. Скоро на 22-м канале во всех телевизорах Москвы. С любимыми не расставайтесь.